Друзья мои, я вас безусловно приветствую, и вчера я снимал такой видеоролик, как уменьшить значки на телефоне Xiaomi. Вот, значки на рабочем столе, соответственно, как уменьшить, да? И, соответственно, ну, я хочу снять конкретно, я в том видео показывал, как увеличить еще бонусом, но я под поисковой запрос хочу снять, чтобы помогать людям, которые конкретно ищут, как увеличить значки, да? Ведь там в названии нет увеличить, только уменьшить. Чтобы помочь своим людям, да, кстати, друзья, ставьте лайк за полезный контент, а мы с вами приступаем. Значит, покажу аж два способа максимально увеличить. И если первый способ, допустим, вам не подойдет, то подойдет второй. Если второй, то первый подойдет, да? А может и два подойдет. Все зависит от вашей версии MIUI. У меня MIUI Global 11.01. Значит, первый способ. Мы идем в настройки, идем... О телефоне щелкаем по версии MIUI 8-10 раз где-то примерно, 8 или 10 раз. Потом выходим отсюда, идем, значит, в расширенные настройки, идем для разработчиков, идем, спускаемся вниз. Это первый способ, напоминаю, будет второй еще. И тут вот минимальная ширина DP будет. Смотрите, 392 сейчас стоит. Чтобы значки сделать больше, вам нужно это значение понизить. Допустим, поставить на 300, да? И тогда значки, соответственно, увеличатся. Ну, давайте проверим, как это работает на практике. Я поставлю, ну, 320, пускай даже, да, будет. Запоминаем. Так, значит, выходим отсюда. Ожидаем. И наблюдаем, что значки, ну, значительно так увеличились, да? Есть, но при этом увеличился и размер текста, то есть... Он стал жирнее. Кому-то это будет только на пользу, потому что многих бесит то, что вот текст теряется на картинке, да. Значит, но есть еще, соответственно, второй способ, о котором я вам говорил. Кстати говоря, возвращаемся назад, где мы были сейчас. Увеличивали, да, расширенные настройки. Видите, все увеличилось. Можно это обойти. Просто увеличить сами только значки, в общем, да. Давайте ищем еще раз этот пункт и ставим обратно 392. Но это как запасной вариант на самом деле, если второй способ сейчас не поможет. Все, мы уменьшили обратно. Так, значит, наблюдайте, какие сейчас маленькие значки снова. Нажимаем долго на экран, выходим на рабочий стол и нажимаем долго, удерживаем. Идем в настройки, идем еще. И здесь будет такой параметр размер значков. Мы ставим его, ну, насколько вы хотите крупные значки, я поставлю на максимум. Давайте нажмем применить, нажмем готово и наблюдайте, что происходит. Значки стали, ну, так сказать, скромно говоря, огромные. Друзья, ну вы можете регулировать, как вы сами хотите, как вам удобно больше всего, да, соответственно, на телефоне Xiaomi. Есть еще способы, есть способы, очень их много на самом деле, можно изменить значки вообще, ну так сказать, создать свою тему, да, при этом без знаний программирования и так далее. Если хотите увидеть такое видео, то, ну я имею в виду, что настроить яркость значков, контрастность значков и так далее, да. Если хотите увидеть продолжение в таком формате, обязательно ставьте свой лайк, я увижу, что желающих много и сниму продолжение, соответственно, в таком формате, на самом деле, да, будет интересно, думаю, многим посмотреть, так как я лично не нашел подобных видео, там было много заморочек, да, способы есть, но очень замороченный, есть очень простейший способ, доступный каждому на любую версию MIUI, на любой телефон Xiaomi. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал и, что самое главное, ставьте колокольчик, ну, чтобы YouTube вам присылал оповещение о выходе новых видео, иначе вы можете все просто пропустить. Значит, пишите в комментариях модель своего телефона, все ли у вас получилось, какой способ вам понравился больше всего, о каком способе вы не знали, а может быть вы о двух знали, да, вы гик. Ну а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся и скоро увидимся, друзья, всем удачи и пока!